все. Фотографии можно включить? Да, мы специально выставили фотографию, это семья Абая, у него 6 детей. И знаете, вот мы когда были молодыми, мы читали книги «Божьи генералы». Кто не читал, я там много книг, видео, да, мы восхищаемся, какие есть «Божьи генералы». Я хочу сказать, что сейчас «Божьи генералы» в войне среди нас. И когда мы смотрим на жизнь, прожитую многими, мы видим «Божьих генералов» среди нас. И у нас есть сейчас, как бы, брать примеры, это очень важно. И мы были благословлены чуть больше 2 недель. Пастор Абай был с нами. И сегодня он с 2 часов будет последнюю тему давать библейского курса. Мы получили большое благословение. Я верю, что все, кто присутствовали, тоже получили благословение. Да? Поэтому тоже оставайтесь. С 2 часов у нас продолжение библейского курса. Сейчас вечерю мы примем. Да? Спасибо, Абай, что приехал. Да, слава Богу тебе. У нас всегда происходит небольшая задержка, я думаю, что это абсолютно нормально, когда происходит причастие, Евхаристия, трапеза Господня. Я прочту одно место, которое я не дочитал, послание к евреям.